Поправить здоровье за государственный счет. В этом году на организацию обеспечения оздоровительного отдыха в санаториях детей и работающих граждан область заключила 5 контрактов на общую сумму 45 миллионов рублей. Путевку можно получить бесплатно. Для этого необходимо предоставить соответствующее заявление по месту жительства, свидетельство о рождении и справку из больницы. Ежегодно оздоровительные лагеря в Рязанской, Тамбовской и Владимирской областях, а также Сочи и Туапсе принимают более 5000 отдыхающих из Рязани. В этом году уже на 1 октября оздоровлено детей, работающих граждан 2513, и министерством работа продолжается. Планируется заезд детей в осенние каникулы 170 человек. Санаторий «Прометей» расположен на территории Рязанской области.